Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в ГУМе. Следом за праздничными витринами универмаг представил соответствующий ассортимент. Давайте посмотрим, что же там. Сразу на лестнице нас встречают елки на любой вкус, большие и маленькие, зеленые и белые, со снегом на лапках и без него. Невысокую елку предлагают за 40 рублей, полутораметровую, которая больше похожа на живую, уже за 499. Украсить предлагают новогодними шарами разных размеров, цветов и материалов. Цена набора из 6 золотых шаров стартует от 9 рублей. Более дорогой вариант – купить шары поштучно. Верхушки для елки от 9 до 25 рублей. Гирлянда размером 2,5 на 2 метра обойдется в 101 рубль. Если есть желание украсить дом фигурками Деда Мороза и его внучки, выбирать тоже есть из чего. 80-сантиметровый волшебник с посохом стоит около 255 рублей. Дедушка с хворостом и лыжами почти 104 рубля. Надувной вариант 77. Снегурочек отдают и за 95, и за 260 рублей. Пройдясь по торговому центру и увидя всю атрибутику, уже начинается какое-то внутреннее ощущение праздника. Хотя понятное дело, что далеко не всегда в атрибутике дело, главное то, что у тебя внутри. Украшать дом – это, конечно же, хорошо, но большинство своего времени мы все-таки проводим на работе. Поэтому давайте вместе подберем украшения для рабочего стола. Небольшую новогоднюю красавицу можно купить за 20 рублей. Она отлично украсит ваш рабочий стол. Также на ваше рабочее место можно повесить яркий дождик. Средняя стоимость – около рубля. И, конечно же, чтобы следующий год был удачным, нам понадобится символ года – кролик. Он стоит 18 рублей. А чтобы праздничное настроение появилось у коллег, стоит прикупить вот такой аксессуар. Стоит он 6 рублей. И в итоге, чтобы собрать новогодний рабочий стол, нам потребовалось 60 рублей. Также праздничный ассортимент появился и в ЦУМе. Новогодние ели, гирлянды, елочные игрушки и украшения, венки, снежинки, мишура и дождик, свечи, праздничные эльфы, различные тематические фигурки и многое другое. Все это создаст ощущение праздника и уюта в зимние дни. Каролина Прокофьева, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».